Здравствуйте! Провожая уходящий год и встречая новый, в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти» мы расскажем о знаковом событии. Съезде в стенах Московской православной духовной академии представителей нескольких десятков христианских музеев и учреждении объединения «Союз христианских музеев» имени преподобного Сергия Радонежского. Уникальная научно-практическая конференция «Христианский музей в современном мире» проходила в Московской православной духовной академии в середине декабря. Цель мероприятия – учреждение общественного объединения «Союз христианских музеев» имени преподобного Сергия Радонежского. Этот союз призван собрать воедино все христианское музейное сообщество, как в России, так и за рубежом. В конференции приняли участие более 50 музеев из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Об этом событии на встрече с журналистами рассказало руководство Академии. Идея исходит именно от нашей Академии. Приглашаются представители духовных учебных заведений, епархии Русской Православной Церкви. Девиз конференции – сохранять, приумножать, просвещать. Я несколько слов в качестве вступления скажу, что музеи христианские были до революции, но в силу тех событий, которые произошли в 20 веке, очень много было утеряно. И вот в 1948 году, если говорить о Московской духовной академии, она возвратилась сюда, в Троице-Сергию Лавру, и с этого же времени инициативой некоторых преподавателей стал возрождаться наш музей, который называется церковно-археологический кабинет. В настоящее время открывается множество храмов. Этот процесс идет с конца 80-х годов. Открываются монастыри, духовные учебные заведения. А в последние буквально 5 лет открываются новые епархии. Каждая епархия имеет свой исторический путь. И, как правило, открываются музеи, которые раскрывают исторический путь данной епархии и, естественно, все, что с этим связано. У нас появилась идея как-то собраться все вместе впервые и, по крайней мере, пообщаться воочию. В первую очередь, услышать, что же есть на местах, что привезли нам, какую информацию представители других епархий, монастырей, учебных заведений. Ну и как-то консолидироваться для того, чтобы вместе проводить вот работу по сохранению, приумножению того, что еще возможно сохранить. Я откровенно скажу, что иногда идут нападки на русскую церковь, что церковь вот ничего не может, она ничего не сохраняет. Ну, в большей части здесь, конечно, есть идеологическая подоплека. Хотя давайте встречный вопрос зададим, а все ли хорошо в государственных музеях? Мы сейчас не хотим пальцем показывать ни на кого, мы хотим, чтобы у нас было хорошо и как-то консолидироваться. Конференция организована на базе церковно-археологического кабинета Московской православной духовной академии. Здесь, в его залах, представлено несколько тысяч самых разнообразных экспонатов. Под эгидой учебного комитета Русской Православной Церкви при содействии Московской Духовной Академии церковно-археологический кабинет
как одно не только из старейших учебных заведений, но и, замечу, одно из старейших по преемству музееведения. Ведь на первом месте был Санкт-Петербургская духовная академия, мы это прекрасно помним и чтим на первом месте еще до революции, в эпоху императорской академии. На втором стояла Киевская академия, когда она приобрела и учредила музей. На третьем стояла Московская духовная академия. На поверку сейчас мы знаем, что огромная коллекция нашего музея свыше 20 тысяч единиц хранения. Конечно, хотелось бы, чтобы эти все реликвии, ценности, святыни были в открытом доступе. И главная же задача была создать сайт. Сайт создан. Сайт называется akmus.ru, академический музей сокращенно, для широкого доступа всех посетителей. В нем представлены прекрасные иконы нашего собрания, картины, церковно-прикладное искусство и многие другие предметы. Наступил удивительный момент, что преподобный Сергий сам созывает всех тех, кто желает объединиться. И, конечно же, хотелось бы в это объединение общественное посвятить имени преподобному и богоносному отцу нашему Сергию. Я сразу хотел бы и вспомнить слова, дивные слова преподобного: «Единением спасемся». Об этом очень много говорят, и главное, что год юбилейный. Юбилейный год 700 лет преподобного Сергия Радонежского. Другой юбилейный год 200 лет в 2014 году коллекции церковно-археологического кабинета. Напомню, 1814 год – это первое появление экспонатов. 4 картины, которые вернулись к нам. Это уникальная экспозиция нумизматики, церковно-прикладного искусства и других интереснейших ценностей. И, конечно же, церковно-археологический кабинет созывает не к себе, а к преподобному Сергию. Преподобный Сергий – тот, кто хранил и объединял. И дай Бог, чтобы совершилось это единение, чтобы именем преподобного Сергия все смогли в открытом доступе, главное выполнять, сохранить те ценности, которые мы имеем. Приумножить не в качестве вот какой-то, я бы сказал бы, богатства или чего-либо наживы. Нет, приумножить духовно себя. Понимаете, это одна из важнейших деталей этого девиза. И, конечно, третье слово, которое заключается в этом прекраснейшем девизе, это просвещать. Просвещать. Как написано в Евангелии от Матфея: «Шедше научите, прежде научите, а потом крестите их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Я еще добавлю, что на общецерковном уровне на заседании Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх Кирилл, который возглавляет, и где в этот Высший Церковный Совет входит руководитель синодальных отделов, там обсуждался документ о введении должности епархиального древлехранителя. Вот. Поэтому это как раз наша вот эта конференция, она в какой-то степени идет в русле вот этих решений. Еще такой факт можно привести, что в советское время, я об этом упомянул, когда наш музей существовал, и, в общем-то, была такая мощная атеистическая пропаганда, то люди, приходившие сюда, и когда они общались здесь с экскурсоводами, когда они слышали об истории церкви, и когда они видели вот экспонаты, которые здесь располагались, конечно же, уходили они отсюда уже совершенно, ну, не просто с информацией, а с неким восприятием церкви, как некого, если светски сказать, некого института нашей вот общественной жизни, то они уже по-другому относились к церкви. Вот это очень важная сторона. Но церковь не могла благовествовать так за пределами стен, а вот возможность была благовествовать из общения с преподавателями, студентами, которые были здесь экскурсоводами. Церковно-археологический кабинет – крупнейший церковный музей России. Он активно сотрудничает с другими, в том числе зарубежными музеями. Уже сейчас, опять же скажу по Московской академии, по нашему церковно-археологическому кабинету, что общение у нас и с государственными, и негосударственными музеями уже есть. Это совместные выставки, и мы отправляем какие-то экспонаты, и к нам привозят. У нас есть прекрасное сотрудничество с Кипрским музеем.
монастыря Кикос. У нас прекрасные отношения с сербами. У них прекраснейшие музеи христианские. С болгарами, с итальянцами, где есть частные музеи. Коллекция Беллини одна чего стоит, чтобы привезти показать. Она не государственная. Их очень много. Огромнейший пласт христианских музеев. Участники научно-практической конференции решили просить благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на создание Союза христианских музеев имени преподобного Сергия Радонежского для успешного решения трех главных задач, выраженных девизом Союза – сохранять, приумножать, просвещать. В итоговом документе заложена мысль о будущем объединении всех участников, и мы готовы к сотрудничеству с теми христианскими музеями, которые представляют те христианские конфессии, которые поддерживают отношения с Русской Православной Церковью. Хотелось бы пожелать, чтобы конференция стала действительно залогом дальнейшего тесного сотрудничества всех христианских музеев, как церковных, так и частных. Дальнейшее сотрудничество вылилось, может быть, в совместное издание каких-то каталогов, книг, создание какого-то единого информационного ресурса для того, чтобы жители нашей страны, жители ближнего и дальнего зарубежья могли познакомиться с коллекцией христианских музеев, не выходя из дома. Может быть, эта конференция сможет таким образом немножко обратить внимание, чтобы усилить не только к нашему, простите, церковно-археологическому кабинету внимание, а ко всем музеям христианским, где уникальные коллекции. Много ведь денег не надо. Тут не в деньгах речь идет, а речь идет об отношении. И как мы знаем, что любой музей взять, возьмем даже парадокс, после 1917 года, после годин лихолетий, казалось бы, ведь все церковное искусство было гонимо. Но как его восприняли? Его восприняли не как святыню, а как искусство, как культуру. И благодаря этому государственные музеи сохранили огромнейший пласт культуры. Конечно, об этом надо говорить. И мы сотрудничаем с государственным музеем. То, что так исторически сложилось, что сейчас государственный музей имеет то, что имеет, ну это же прекрасно. У них есть специалисты, они могут сохранить, они могут, во-первых, преподнести. Изучить. Конечно, изучают. У них научный пласт очень огромнейший. И мы пользуемся чем? Взаимосотрудничаем. Мы приезжаем, если не на нашей площадке делаем выставки, то на их территории обогащаемся за счет этого. Поэтому вот когда ставят в такой плоскости вопрос, а надо ли перемещать экспонаты? Вопрос очень острый. И надо быть очень, я бы сказал, дипломатично-культурным, тонким душой, чтобы сказать, вы знаете, это вопрос некорректный, и я бы даже сказал бы, он неуместный. И причина ясна. Нужно лицом смотреть правде в глаза. То, что сейчас выходит на арену христианская культура среди вот этих негосударственных, частных, общественных музеев, это же прекрасно, это поддержать надо, это увидеть надо, им помочь. И в итоге, может быть, часть из них, я уже знаю, что многие вошли в негосударственную часть государственного фонда, тем самым сохранив свои коллекции. Это на самом деле интереснейший образ взаимодействия с государством, прежде всего, Российской Федерации. Время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. С Новым годом вас и наступающим Рождеством! Всего вам доброго! До свидания!